Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Лев Львович Каменев. Русский живописец, пейзажист, академик, один из учредителей товарищества передвижных выставок. Родился в семье небогатого торговца в 1833 году. С детства увлекался рисованием. В ранней молодости художник Лев Львович Каменев работал в конторе купца первой гильдии Михаила Емельяновича Коровина. Был вхож в его дома и часто показывал свою работу его сыну и невестке. Этюды рисовал с московских окрестностей. Михаил Коровин понял, что юноша действительно увлечен искусством, и выделил ему 5000 рублей на обучение и поступление в Академию художеств Петербурга. Он сказал начинающему художнику, что тот должен учиться, если у него есть интерес и способности к этому занятию. Благодаря деньгам Коровина Лев Каменев смог поступить и окончить обучение, получить золотую медаль, а затем уехать за границу. В 1862 году Московское общество любителей выделяет средства на поездку молодого живописца за границу для знакомства с произведениями западных художников и совершенствования в мастерстве. Побывал в Швейцарии, Германии, где летом 1865 года жил вместе с Шишкиным. Учился в Московском училище живописи Ваяня, классный художник третьей степени, академик и один учредитель товарищества передвижных выставок. Давал частные уроки живописи. В 1863 году художник совершает путешествие по городам Европы с целью углубленного изучения европейской живописи. В Европе художник много работает и даже выставляет свои картины в Германии. По возвращении в Россию художник создает картины, которые имели большой успех. Это «Сенокос», «Песчаная отмель», «Зимняя дорога». За две картины «Зимний вид» из окрестности Москвы и «Вид в окрестностях села Поречье» ему было присвоено звание академика. В связи с болезнью, а именно пристрастием художников к алкоголю, он все меньше пишет, его картины все реже появляются на выставках, а его имя все чаще упоминается в связи с болезнью, пагубным пристрастием многих гениев мирового искусства. Каменев был, к сожалению, одним из тех представителей, не выразивших себя до конца, часто действительно великих мастеров. Скончался художник в январе 1886 года. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце, пейзажисте, академике, учредителе товарищества передвижных выставок Льве Львовиче Каменеве. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.